Всем привет, с вами канал AlexPro, и в этом видео я расскажу вам о том, как взламывать игры. Как вы, наверное, уже догадались, для этого нам понадобится специальная программа – взломщик. Взломщики бывают двух типов – конкретно заточенные под определенную игру и универсальные. Будем пользоваться универсальным взломщиком, которым можно взломать практически любую игру. Одним из таких взломщиков является Art Money. Вот мы его открыли. Так вот у нас выглядит пустое поле. Взламывать же мы будем игру «Космические рейнджеры». В данном случае кредиты. То есть, как вы видите, у меня 47 тысяч кредитов, да? Я, допустим, хочу себе увеличить это значение вдвое, втрое или во сколько там мне захочется раз. Итак, выбираем. Выбери процесс. Выбираем из списка процессов, то есть рейнджеры, да, вот сюда ставим, есть. И теперь искать. Выставляем значение, вот 47750. Окей, процесс пошел, найдено 911 значений. Но это слишком много для нас, поэтому нам необходимо это число как-то уменьшить. Что же для этого нужно? Значит, заходим опять в наши рейнджеры и изменяем баланс значения, которое нам нужно. Так, допустим, купим что-нибудь. Итак, значение у нас изменилось, 46154. Заходим в Art Money и теперь нажимаем кнопочку «Отсеять». Вводим эту сумму. Окей. Из всех значений, которые были найдены и изменились, осталось только одно. В некоторых играх значений таких бывает несколько, там 3, 4, 5 иногда даже. Вот. То есть, собственно, они все являются действительными. В данной игре только одно было действительно. Добавить все или конкретно выделенное. Вот нажимаем добавить все. И теперь выбираем значение. Ну, давайте сделаем, допустим, там 1000. Там, ну, 150, да, там? Окей. Готово, 150 тысяч. Нажимаем. Так, стоп, что такое? А, 150 не хочет, ну пусть будет 140, допустим. 140 тысяч. Как вы видите, у меня уже здесь отобразилось 140 тысяч, да? Значение. Если мы хотим, чтобы это значение 140 тысяч было постоянным, то есть не уменьшалось, не увеличивалось в течение нашей игры, то необходимо поставить галочку, вот здесь вот крестик в первом, да? Нажимаем «Сохранить». Окей. Теперь заходим сюда в игру и проверяем, работает ли наша схема. Ну, к примеру, покупаем еще что-нибудь. Все, вернулось значение на 140 тысяч. То есть, что бы мы ни покупали, куда бы мы ни тратили ресурсы, деньги, у нас все равно будет определенное количество наших монеток. Так, давайте сейчас продадим что-нибудь. Продали, все равно осталось у нас 140 тысяч. То есть, таким взломщиком можно взломать практически любую игру, любую программу, к которой есть непосредственный доступ. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!